Привет, народ! И это Inside, та самая инди-игра, которая, блин, которая довольно крута на самом деле. И это преемник Лимба. Я покопался в достижениях, и вот что я обнаружил. Оказывается, те 12 достижений, которые мы получаем, это достижения за те сферы, которые мы находили. Помните, вот эти сферы, где ты выдергиваешь рубильник, и они отключаются. В общем, видимо, они как-то влияют на концовку. Что ж, нам нужно, ребят, сейчас включить эту роботу. Помните, мы с вами не могли тут пройти, не включив робота. Потому что иначе питания нет, и мы с вами ничего не можем сделать. О, черт! Как-то пытался встать за колонну, и как всегда, ничего не вышло. Кстати, если вам нравится игра Inside, можете поставить вот такой палец. А также, если вы новичок, можете подписаться на канал, там репостик ВК сделать, а? Репост ВК. Все, тебе лифт заработает, и мы с вами перенесемся в мир грез. Так вот, интересно, что же будет? Давай, лифт, быстрее, лифт, я не могу ждать, у меня гиперактивность, мне, блядь, 7 лет. Извините, я не хотел жестко выражаться. Так, ну тут вроде хорошо, так светло. Мне интересно просто, что это за люди и куда они идут? Эти птицы не похожи на раба. Хоть кто-то в этом мире живет свободной жизнью. Кто? Ай, нет. Ай! Ой, не. Что ж такое? Блин! Надо было лучше маскироваться под них, ребят. Хорошо, я буду делать это. Хорошо. Я не должен был прыгать, я понял. Я должен быть, притворяться своим. Так, все, не шевелись. Я должен шагать. Стоим. Главное, слишком близко к мужичку подходить. И главное, чтобы меня не палили. Сейчас, еще чуть-чуть, мы выйдем из-под прожектора. Хотя, наверное, соль не в том, стоим ли мы прямо перед мужичком или нет. Да блин, они подпрыгнули, что за... Или это только тот, что... Я не знаю, просто они все... У меня еще солнце светит за окна, я такой типа, а что? Так, идем. Все будет хорошо, ребят, все хорошо. Боже мой, эти люди, они настоящие. Черт. Главное притвориться своим, и все будет нормально. Все нормально, я прям как свой. Ой, ребята, страшно-то как. Ай! Не знаю, просто вижу, что они прыгают, у меня как бы рефлекс прыгнуть вместе с ними. Я не могу ничего свой поделать, понимаете? Просто вот видишь, что люди прыгают, и ты хочешь делать то же, что они. Ты хочешь быть рабом системы. Это у меня в крови. Быть рабом. Хоп. Хоп, хей, ла-ла-лей. Вспомнил Ведьмака третьего. Тихо. Хоп, хей, ла-ла-лей. Все хорошо. Блин, скорее уже выйти из этого порочного круга дерьма. Блин. А, ну блин. А, ну да, видимо, перешел. Черт возьми, эта игра сложнее, чем я думал. Я сломал систему, ребят. Я вышел из круга, из прямоугольника. И не стал прыгать. Так, надо развернуться, повернуться и назад. Черт возьми, вот что испытание. Нормально, я не палюсь. Камера мигает, кстати, капалит немножечко. Абсолютно беспалевенная. Никто и в жизни не заподозрит, кто есть кто. Стоим на месте, ничего не делаем. Ничего не делаем, абсолютно ничего. Бездельничаем. Ребята, бездельничаем. Ну, просто, понимаете, я люблю постоянно что-то делать, поэтому мне быть бездельником крайне трудно. Так, камера еще понемножечку нас палит, так что... Пока продолжаем идти в общем потоке, чтобы не запалили.
Да и так вроде выгоднее, блин, там... Что вы смотрите, люди, которые не являются овощами? Мне просто очень интересно. Я хочу знать больше об этом мире людей овощ... Черт, собака. Я думаю, меня запалили. Меня запалили, ребята! Пал его! Нет, собаки не такие безумные, как люди. Побежали. Давай, беги, пацан, а быть может не пацан! Все, теперь точно не пацан. Меня сожрала собака. Собакиран пустил меня на шаурмиран. Давайте, мы повторим, мы сделаем это снова. И теперь все точно. Так, хорошо, блин, чего я встал, чего я жду, я уже привык стоять и бездельничать. Нужно отвыкать. Так, собакиран, нет, плохая, чертова собака! Нельзя знать, что с ней делать-то тогда. Хорошо, мы не можем ее обогнать, что. Нет, давайте попробуем еще раз. Нет, мы не можем ее обогнать. Нужно, значит, что-то придумать, ребята, раз мы обогнать собачку не можем. Значит, нужно что-то с ней сделать. Нужно обмануть ее. Нужно оказаться умнее. Только как? А вот эхо за как? Стоим, посмотрим. Может быть, как-то сюда. Вот, например, собака бежит. А, нет! Я понял, надо заставить собаку сбежать вниз и залезть наверх. Все, понятно. Я думаю, она вся бежит по скрипту, как бы вот в ту сторону. Но нет, эта собака все-таки. Она умна, понимаете? Она не ведет себя так, как заскриптованное животное. Ведь давай, иди сюда. Все, собакиран немножко думает. И это то, что нам нужно. Это, так сказать, наш момент. Все, собакиран ничего не может сделать. Так, постой. Какой у тебя выбор? Ну давай, за собакирана-то. Ой, не-не-не-не! Назад! Я чуть себя сам не скормил. Давай. Для чего эта коробка мне нужна, я хз. Толкнем ее сюда. Это интересно. Хьюстон, у нас проблема. Мы не знаем, что теперь делать. Хьюстон, мы не знаем. А, здесь ничего нельзя потянуть, нажать, отжать. У кого-то что-то отжать в конце. Нет, ничего нельзя. Что-то все, что-то хреново. Ребята, что делать будем? Как быть? Ну, я даже не знаю. Мы его как бы загнали на эту сторону. Дальше-то что? Я дальше вообще хз. Так давай, подходи сюда. А, нет, ты проходишь. Это вагонетка не пролезает. Ха. Мы можем это использовать. Только как? Только как, ребят? Вот я здесь, честно говоря, что-то вот запутался даже. Если из-за решетки ее тащить? Не, ну можно, конечно, но это мало что дает все равно... Он стоит на полпути, так сказать. Нужно то ли заблокировать каким-то образом решетку, то ли еще что-то с ней сделать. Как это выглядит? Он стоит здесь. Значит, получается, нужно как-то... потому что спуститься явно там смерть, ребят. Ну, это 100%. Хорошо, надо как-то все-таки нужно и поставить ящик, при этом как-то подняться сюда, наверх, до этой штуки. Постойте-ка, да блин, все ж просто как... Нет, пареная репа звучит банально. Все же просто как шурма. Ребят, давайте спустимся здесь. Вот все, сломали систему. Система сломана. Ни одна система не устоит перед Евгешей. Так и знаете. Все, ребят, все... Блин, я не знаю, почему, но это вроде как просто было, но я... Не сразу подумал. Давай, человек.
Он похож на манекена, знаете, которых используют, чтобы для рисования. Такой манекен деревянный. Типа, чтобы позу себе какую-то представить. Так, хорошо. А если дальше? Тупик, хорошо. Но это явно как бы не здесь это нужно делать. Явно не здесь. Явно нам нужно подняться над всем этим наверх. А ты можешь как бы подпрыгнуть? Нет? Ты могёшь? Кстати, да, он могёт прыгать. Значит, что-то... Значит, нам нужен, наверное, еще один человечек. Коробку двинуть нельзя? Нет, к сожалению, здесь двинуть ничего нельзя. Значит, тебе нужно что-то, чтобы забраться. Ну, наверное, ладно. Или не ладно. Давайте попробуем, пока мне спуститься куда-то. Лестница есть, но нам она вроде как недоступна. Что же, как же быть тогда? Как же тогда? Как же тогда быть? Это будет самая интересная комбо в моей жизни. Ой, черт возьми, я могу управлять. Это уже странно. Это уже слишком странно, ребят. Вы не находите? Только у нас получается вот такая проблемка. Имеет место быть. Довольно забавно, кстати, что мы как бы снимаем и свой шлем, и его шлем. Только ему норм, он падает на дорогу рельсовую. А мне как бы не очень. Проблема в том, как... ты можешь запрыгнуть без этой штуки? Или по инерции хотя бы? А постой, тут же как бы вниз идет. Мы можем по инерции. Хотя какая инерция нужна-то? У нас есть второй чел, который может вообще без проблем все это устроить. Вот, смотрите. Вот, все так немножко еще. Идеально. Вот, все, проблемы все решены. Все, мировой голод, насилие над детьми, все это уже давно решенный вопрос теперь. Потому что мы, ребят, смогли с вами придумать метод обхода системы. Система больше не властна. Мне вот интересно вообще суть игры какая и чем все это кончится. Мне очень интересно, несмотря на то, что мы с вами играем совсем недолго, мне очень интересно, что же будет дальше. Я знаю, что офисные комплексы какие-то должны быть. Так, хорошо, тут есть какой-то ливер. Двигаем ливер. Постой, ливер надо держать. А мне надо туда падать? Наверное, мне нужно туда падать, ребята. Я так себе это представляю, потому что другого пути тут явно нет. Так, давайте подвинем сюда. И видите, по-моему, живые люди, что они так реагируют-то на меня. Как вы думаете? Я думаю, это живые люди. Думаю, это тот момент, когда меня запалили. Быстро, быстро! Да-да, да! Пацан, а быть может не пацан, не ленись, всплыви, не задохнись. Пацан, а быть может не пацан. А быть может поезд сацан. Ладно, все, все, плывем вниз, потому что... Парень, нет, не умирай! Проблема с людьми, они умирают. Геморрой. Ладно. Я думаю, ты в порядке, пацан. Сейчас, да, попытаемся тебя не угробить. Я очень постараюсь, чел, но ничего не обещаю. Ты, может, сдохнешь в процессе. Вполне возможно. Так, быстрее, быстрее, он сейчас умрет! Нет, он жив, все хорошо. It's all right. Все хорошо, пацан жив. О, это тяжелое говнище. Так, нет, этого мало. Я чувствую, этого мало, ребят. Нам нужно больше. Нам нужно больше. Хотя, возможно, забраться нужно не туда. Нет, тут, мне кажется, прям вот такое, не знаю, некуда идти. Давайте, давайте на правую сторону. Давай, пацан, тяни. Представьте, что это Ивангай. Представьте, что Ивангай сейчас тянет эту доску. Новая тема для видео. Ивангай тянет доски. Ивангай работает плавуном.
Это будет новая профессия, Иван. Ивана Рудского. Ну, нормально, кстати. Не, мы... Хотя... Знаете, это вода, и там дно. Мне вот покоя это не дает. Я хочу на самое дно опуститься. Хочу на днище. Хочу на днище. Даже если я умру. Снова днище. Это не кассета тут? Пачан, давай быстрее! Хорошо, мы исследовали дно. Что мы нашли? Ноль. Ничего нет. Я ожидал там увидеть одну из этих странных сфер. Похожих на диско-шары. Но их там нет. Хорошо, если бы одна была, то их, блин, сказал тоже. Их одна. Хорошо бы одна, чтобы была. Что-то мне кажется, такая комната, в которой на тебя смотрят за стеклом хотя бы. Слышите эти звуки снаружи? Это полиция. Хочу посмотреть. Оказалось, что на улице ничего нет. Пусто. Понимаете, я думал, за мной уже выехали. Оказалось, это не за мной. Чувствуете мое разочарование, понимаете? Я думал, что я важен этому миру, а он взял и кинул меня. Давай, пацан. Нет. Хорошо, нам нужно найти доску или еще что-то, как в прошлый раз, ребят. Такое ощущение, что там змея какая-то плавает, хоть я и понимаю, что это тень. Но это, блин, похоже дико на змею. Это как в детстве, когда смотришь в окно, и оно отражает другие здания, и ты такой, типа, а быть может, это все неправда. Не очень понял, как бы, в чем сейчас был прикол. Так, сюда не пройти, значит, мы можем вернуться вот таким образом. Давайте попробуем снова исследовать дно морское на этот раз. Ну как морское? Я долго буду кнопку держать, а? Что-то ничего не происходит. Или происходит? А, значит, одного раз нажать, а то я держал кнопку, смысла-то нет. Давай, выпусти! Посмотрим. Нет, давайте лучше получше изучим дно, потому что я явно очень рано на кнопку нажал. Я просто думал, там сразу, знаете, такой прямолинейный проход, то есть... надо как-то... Может, прикол в том, чтобы успеть? А, ребят? Проход сразу закрывается. Проход сразу закрывается. В общем, как бы минус. В общем, как бы минус происходящего, что мы не можем просто взять и пройти. Но при этом тут есть цепь. При этом здесь есть цепь, которая, возможно, нам полезна. А может быть и нет. Давайте исследуем хоть что из-за воды изменилось. Может, мы можем опустить воду. Ха! Обманул! Обманул систему, ребят. Видите, по сути, игра про обманывание системы. Можно говорить, что про физику, про еще что-то, но суть игры — это обман системы, ребят. В том, что есть система, и ты такой, типа, а-ха-ха. Посмотрите, тут даже света нет. 3D-версия. А, я, кстати, теперь понял, что от меня так сильно хотели. Сейчас мы берем шкаф. Там свискают на улице, очень стрёмный. Мы берем шкаф, тащим его в воду. Вода его поднимает, прыгаем на цепь. Профит. Да? Профит? Я бы сейчас вам показал профит, но у меня обе руки заняты под кнопки на геймпуде. На геймпудике. Ну-ка. Не, постой, вот тут лучше. Мы, конечно, подвинуть его потом можем, но зачем, если сразу можем. На нужное место поставить шкаф. Я думаю, попробуем тут прыгнуть, да? Тут как бы не... Давай, нет. Было бы забавно, если бы я все равно смог... Схватите, и так далее. Да, все, получилось, ребята. Вот головки, кстати, последние несколько были вообще дико простые.
Я даже честно... Ну, хотя они здесь все простые, если подумать. Здесь как бы тебя не напрягают. У, поезда. Люблю поезда. Я жив, я не взорвался. Круто. За всеми следят. Тотальная слежка. Давай. Вып. 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 Так, мы немножечко смогли двинуть, ребят, но не сильно, понимаете? Мы не можем сильно двигать. Нужно постепенно опускать. Не... Давайте, не жадничаем. Прям вот-вот-вот-вот было. Вот видели? Вот-вот-вот-вот было. Так, нет, я не попадусь. Я слишком умен. Кит заключен. Видимо, те, кто подчиняться, как я, не хочет. Пожадничал. Пожадничал, ребята. И произошло А. Не жадничайте. Не будьте, как я, ребят, не будьте жадными. Не, я не жадный, но, блин, но иногда-то, вы знаете, мы все жадничаем иногда. Мы все попадаемся в эту ловушку жадности. И нас сейчас провели просто. Меня провели как... Как настоящего летсплейщика. Понимаете, это ловушка для летсплейщика. Жадность. Ты думаешь, что если ты будешь больше крутить, то будет лучше. А на самом деле нет. Давай. Давай, Микула, налегай! Будем звать его Микулой теперь. Я не знаю, почему, но мне просто имя нравится такое. Знаете, я представляю себе какого-нибудь огромного, мощного чувака, который ворочает такие клетки, его зовут Микула при этом. Я думаю, еще два захода. Я думаю, еще два. Так, Нам в клетку надо или на клетку? Там уже, может, и три захода. Тут пахнет уже, знаете, так хорошо пахнет. Знаете, уже пахнет хорошо. Нет, все, мы поставили нужный вес. Давайте прыгнем. Чуваки, а вы что, вы вообще безвольные? Видимо, да. То ли они спят, или еще что, непонятно. Блин! Меня спасли, не так, как я хотел бы этого. Меня спасли, кстати. Пожалуйста, не заставляйте меня снова крутить ваш долбанный... Спасибо. Ай! Не так я хотел умереть. Сколько раз я уже умирал? В конце игры, ну, если напишут мне death count, мне очень хочется узнать. А, давайте сидим, ждем. Так. Я не помню даже, когда я играл в Limbo в первый раз. Она у меня в стиме очень давно. Но я не помню, как в первый раз играл. То есть, я обожаю Limbo. Я считаю, что это потрясающая инди-игра. Наверное, это единственный платформер, который реально меня, ну, зацепил. Хотя в те годы я его не сильно оценил, понимаете? Потому что в те годы как-то, я не знаю, любил больше крупные игры. Я любил, честно говоря, в те годы, когда я играл в Лимбо, я больше любил что-то типа колды. Потому что, ну не знаю, мне было сколько лет тогда, я не помню. В 2012 вышло Лимбо, это 4 года назад. Мне было 16. А, не, я уже перестал любить колду в тому моменту. А может, она и раньше вышла? По-моему, в 2012-м. В любом случае, я как-то не придал значения игре тогда. Я был такой, типа, ну ок, игра. Помню, прошел ее где-то за один присест, без всяких трудностей. Тогда она еще не была известной, тогда это была еще одна просто игра. Вот как Inside сейчас. Мне кажется, особо-то никто на нее внимания не обратил. Я думал, будет прям ажиотаж, знаете, хайп-хайп. Типа, о, смотрите, это преемник Лимбо. Но я думаю, что игру оценят через несколько лет, как и Лимбо. Как и многие игры, кстати, их начинают оценивать через несколько лет. После выхода вот такого. Иногда инди реально... Вот как Gone Home, ребят. Помните такую игру Gone Home? Когда я в нее играл, это была вообще никому неизвестная инди, а потом ее что-то прям, не знаю, все стали в нее играть. Чуть-чуть меня пугает этот свет, ребята. Ой, паучки. Блин, чуваки из Playdead очень любят пауков. Они их суют везде. Помните, в Лимбо там вообще главный герой, блин, на паучка. Черт возьми, собакированы!
Собакиран запалил меня. Собакирана надо бы сделать шаурмиран. Всплывай. Нет, нет, ты не умрешь. Только не так. Черт, оно бежит. Оно бежит сюда. Плохой. Черт тебе. Поганая шавка. Не люблю. Не люблю. Кто-нибудь, найдите другое животное для того, чтобы я его восхвалял. Нет, давайте попробуем так, смотри. Так, ждем собаку. Сейчас она со мной воду сиганет. Собачка такая, типа, да, именно так я себе и представлял. Собачка за мной сиганула, кстати, да. Надо... Так, надо быть быстрее. А, черт, я умер! Я не успел сбежать от Собакирана, но мы кое-что с вами выяснили. Собакиран умеет плавать, но не умеет нырять. Мы используем его слабости как наш синистр. Давай, Собакиран, давай, иди сюда. Иди сюда, сука! Иди на меня, тварь! Или то ли он умеет нырять, но притворяется инвалидом. Нет, нет. Нет! Ну, собака скатываться она, походу... Ой, черт возьми! Их дико много, и они дико злые. Сейчас они оббегать кругом начнут. Ну, блин, вы издеваетесь? Нет, 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 только не... Эти твари издеваются надо мной, вы понимаете? Понятно, нужно хватать доски и постепенно их оттягивать. Я понимаю, по доске оттягиваем. Постепенно разберем себе проход. Забираемся на калитку. Чуваки, тут свободное место, идите сюда. Но если я не слишком рано, и знаю, если я не зря экономил время сейчас. Не, норм. Не, я буду... Мне интересно, можно ли так запутать, потому что я не окажусь на этой стороне, потому что я начну прыгать. И... Все, продолжаем. Они, кстати, стали быстрее. Фу. Мы пробрались, фу. А, тупые твари! А, я вас обвел вокруг пальца. Ха, обвел их вокруг пальца. Так и должно быть. Так и должно быть. Евген так и должен поступать. А, черт возьми, вот именно так я и хотел помереть. Полежать, что ли, отдохнуть? Да. Лестница. Все это похоже на какую-то сталк-локацию, в которую, не знаю, Андрей Нефедов решил наведываться. Наведаться. У меня были проблемы с этим словом пожизненно. И они никуда не исчезли. Так, хорошо. Интересно, а ты человек или не человек? Ах ты черт! Поймал меня. Может, надо идти потише, а может побыстрее, я даже не знаю. Давайте попробуем помедленнее. Может, надо пересидеть, потому что он, походу, и так ко мне идет. Даже давайте попробуем пересидеть, посмотрим, что это даст. Я пока сделаю глоток этого чудесного напитка. Давайте посмотрим. А, вот чем соль. Мы здесь в субмарину сможем заглянуть. Не запалили меня. Так, давай, забирайся в нее. Поплыли. Мне интересно, почему на мальчика идет охота? Типа, свобода мыслящим быть нельзя, это запрещено в современном мире. Мне вот, ну, как бы, пока что выглядит все так. Что, типа, люди стали обрать. Вообще,
Я считал, что в принципе это было бы, например, очень выгодно многим корпорациям, даже сегодня, что не нужно выплачивать ничего работникам, не бороться с их какой-то усталостью. Просто можно. Им не нужно как бы надсмотр, то они просто бы выполняли то, что должны как бы выполнять. А, можем так двери открывать, круто. А вниз нам доски не пробить никак. Типа, потому что это, знаете, потому что это выгодно, потому что работодатель, он себя борется с твоей ленью, отпуска дает. А если человек безвольный, то ему ничего не надо, и ничего давать не надо, и он даже пожаловаться не может. То есть он может содержать в самых ужасных условиях, и он ничего не сделает. То есть я услышал про такое, что, в принципе, в будущем, кстати, возможно, что так и будет. Блин, ну а как быть-то тогда? Нет, не с тем, как будет в будущем, а куда тут идти, если все замуровано? Как бы О! Нифига мы могём, я на А нажал. И как-то... Фу. Куда же я попал? Это... Блин, это щупальца Кракена? Может... Наверх? Ладно. Куда я денусь? Ребят, куда мы денемся? Надо вниз. О, еще подлодка. Или что это? Сеть? Не знаю, можем снова попытаться пробить? Что, мне кажется, пробить кору этой штуки самое разумное решение. Но я не знаю, у меня почему-то не получается пробить ее снова. Я так и не понял. А, надо на Б нажимать, чтобы ее пробить. Понятно, здесь нет ничего. Соответственно. Мне хочется спавать налево, но с другой стороны, учитывая скорость моего. Ладно, понятно, надо на Б. Сейчас я на Б нажал. Ну давай. Подлодка. Я не очень понимаю, все-таки как таран работает в итоге. Потому что я как-то случайно протаранил, но я нажимаю хоть на все кнопки подряд, и эта штука просто не работает. Сейчас наверняка она нужно держать X, все ясно. Все ясно. Теперь и это не работает. Ну давай. Я держу X. Опять что-то нет. Как-то, ну блин, не везет. Ну давай, я держу X. Y, B, A. Что-то пошло трястись, по-моему, когда я B держал. Уж контроль начинает легко так. О, я зажал как-то X и A, это вообще странно очень. Да блин! Потому что эта штука не срабатывает рядом с самим разломом, что. А, теперь работает, я не знаю, как-то странно. Я держу X и A, и она то срабатывает, то нет. Ну ладно, главное, что мы прорвались. Это главное. Давайте попробуем проплыть дальше, что же впереди. Впереди, блин, жара, 8 вечера, походу. Понятно, надо А, именно А держать, вот я сейчас А держу. Типа плывешь так, держишь А и разгон. Так, мы на днище сейчас. Мы приплыли мы отсюда. Следовательно... О, вот, вижу проход. Какие-то корабли зато... Тут все как-то застроено при этом. То есть, вот знаете, такое ощущение, что в итоге-то... И на это что? Что-то живое? Кинопроектор? Так, попытка номер два. Чё-то вообще не прёт. Может, сверху попробовать, а? Я думаю, надо корабль получше затопить, тогда мы сможем пройти. Я думаю, вот для этого мы сейчас и долбимся. Так мы пробили чуть ниже? Не пробили. На А! Надо все-таки держать А. Если играете на будете играть на ПК, ребят, в эту игру, я хз, как-то будет работать, но... Прям медленно-медленно все пробивается. Да блин, я всем попадаю в вот этот центр, как бы я стик не направлял. Чувствую себя просто таким, знаете, патимейкером. Уличным денсером. Который долбится в стену.
По-моему, я все пробил, что можно было. Да давай сейчас узнаем. Сейчас узнаем. Ну, стало лучше. Просто я думаю, нам нужно уровень воды поднять. Суть-то в этом. Поднять уровень жидкости. Поднять уровень H2O. Нет, не помогает. Ладно, давайте спустимся вниз тогда. Я просто не уверен, как бы тут или так, или я не знаю, как тогда. Но стена, по-моему, и дальше продолжает крошиться, так что я думаю, может, есть смысл продолжать долбить. Просто непонятно нам это, что дало, но мы пробили стену. Как я понял, должно количество воды увеличиться. А стекло-то трескается. Может, здесь тоже что-то есть? Да нет, наверное. Может, тут тоже какая-то дырка есть такая, которую надо повыбивать. Что-то не похоже. Интересно, а на эту вот штуку можно взойти, которая вот перед нами там? К сожалению, нет. К сожалению, нельзя, ребят. К сожалению, не можно. Может, вот чуть-чуть тут надо давить? Нет, серьезно, я просто плохо понимаю вообще. Я понимаю, что от меня хотят, но не вижу результата. В этом проблема. Потому что прям по стеклу напрямую ударить мы, собственно, не можем. Я пытаюсь вот сюда попасть. Честно говоря, куда направлен свет, почему-то совершенно не связано с тем, куда я ударю. Вообще дико странно. Ну, попробуем чуть ниже. Я понимаю, что нужно поднять уровень воды, только он не хочет. Он усиленно не хочет подниматься. Может, там попытаться из воды выпрыгнуть? Так, отплываем. Я думаю, я сейчас такой выпрыгну и прям в дверь. Тут дальше можно наносить удары. Что-то не помогает, ребят, честно говоря. Давайте максимум вверх и... не достаю. Я тут подумал, а чего же пацан-то не может переплыть? Он-то может, ребят. Только нам теперь нужно как-то подлодку перетащить. Потому что пацан-то справился с задачей, он-то смог. Только черт возьми! Без подлодки тут далеко не протянуть, ребят, потому что везде вода. Берегов не видно. Соответственно, надо с этим что-то делать. Только что с этим делать? Непонятно. Пацан берегов не видит, вот в чем проблема. Может быть, и под субмарин-то не нужна? Может, вообще нафиг ее? Может, мы так сможем? Может, тут как бы все уже? Земля? Нет. Или да? Да хрен поймешь. Что-то и тут есть. Ну, давайте попробуем вправо тогда, раз там как бы... Ну, мы явно под водой, видите? Тут какая-то вода за стеклом. Явно здесь все это... Ой, черт тебя! Как я понимаю, здесь явно нужна субмарина, или иначе мы просто никуда не пройдем. Хотя... Если бы у нас был кто-то, кто мог нажать на кнопку за нас, хотя бы, ладно. Бежим! Бонзай! Нет, нет, я буду жить! Там ничего больше спадать не будет, нет? Это все? Походу, это все. Черт, нет! Черт, он чуть не умер, ребят. Этот маленький ублюдок чуть не сдох, но мы справимся. Давай, забирайся! Я бы в жизни в такое не полез. Ребят, вы полезли вот в такое приключение? Знаете, по субмаринам лазить. Я в жизни не полез. Я, кстати, это мне трейлер напомнил Тима Бёртона, где в новом фильме Тима Бёртона «Дом странных детей» или типа того. В этом году должно выйти, только хз когда. В трейлере сказано «скоро в кинотеатрах», но «скоро» понятие растяжимое в кино, там через полгода может выйти фильм через 5 лет. И нормально, типа, это скоро. Ну, походу, субмарин-то больше не нужно. Я думал, она еще пригодится. Не?
Можно тянуть, но она никуда не идет. Значит, как-то можно использовать. Знаете правила. Завелось? Походу, сейчас заведется. Завелась. Штукенция завелась. Так вот, я не знаю, направо тогда идти или заводить штукенцию и на ней куда-то подниматься, потому что здесь непонятно, куда как. Можно и на штукенцию, а можно и в стену упереться. Понятно. Нам тут не рады. Вернее, нет, нам-то рады, только выпустить не хотят. Ну, явно поверхность, просто странно, что такие... Ну, хотя да, тут, блин, такой океан или озеро, или что это, было рядом, естественно. Естественно, такие деревья будут огромные-то расти, с такой подпиткой. Вы знаете, в мире, где, например, были бы такие вот океаны по всей планете, там были бы вот такие деревья просто везде, потому что очень много воды. Так, попробуем попытка номер два. Как нас не упасть, а именно прыгнуть. Что-то не получается, ребят. Ну, наверное, надо на подъеме как-то попытаться на силе... Инерция, понимаете, а вот мы сейчас будем подниматься, и нужно спрыгивать сразу, такой, знаете, чтобы... Да-да, вот-вот это, я про это говорю, что, понимаете, нас поднимает, мы как бы дальше можем прыгнуть. Физика. В школе, блин, учил пару классов всего лишь физику, потом дропнул, ну нормально, знаете, такого. Представляю, что делать с физическими объектами, ох, как представляю. Так, ну, у меня такое ощущение, что мы в итоге к подлодке вернемся. Почему-то вот я не знаю. Несмотря на то, что мы тут ходим да вокруг да около, что-то у меня такое чувство... Так, о боже. Нет, это не то же самое место. Это явно не то же самое. Но мне все напомнило тот фильм, который Бёртон режиссировал. Знаете, потому что «Алису в стране чудес», последнюю «Алису в зеркале», он не режиссировал. Что самое интересное, он чисто продюсер, хотя продюсер тоже много решает, это видно, что это фильм Бёртона. Ну, блин... Это водная баба? Что-то это вот уже стрёмно, понимаете? Ведьмаки этих тварей, помню, это, блин, то еще как бы развлеченица. Вуп. Перепрыгнули без труда. Так, теперь здесь. Ну, это легко. Это пробивается, блин, за минуту. Черт возьми. Тоже интересно, доски ты себе задел. Может быть, эта водная баба сейчас и загрится на нас, ребят, что мы ее убежище разносим просто в щепки. Но пока что агро не проследовал. Я агро молоко вчера купил, блин, думал, что на меня агрится кто-то будет. Там, знаете, я хотел сделать сфоткать и агро молоко и заменить там слово молоко на школьник в фотошопе. Агро школьник. Хотя агро школьники уже не мейнстрим. Но все равно прикольно. G значит good. Значит хорошо. Так вот, хз, чего я добился, ударившись об это. Помню, ничего хорошего. Ладно, продолжаем. Продолжаем мельтешить тут под лодкой. Хз, вот черт возьми, что ты вылез? Сейчас баба сожрет тебя, вот. Да что ты вылез, ты дурак? Дурак. Все, что требовалось от тебя доказать. А, ладно, мне кажется, нам нужен другой подход, ребят. Может быть, тут сверху что-то есть, какая-то кнопка. Что-то я думаю, что, наверное, надо вылезти, кнопку нажать. Как вы как думаете, ребзя? Я думаю, надо. Я думаю, как бы смысл-то существования мой в том, что кнопки нажимать. Хотя я сейчас этим занимаюсь, эти кнопки нажимаю. Только вот, тут-то. Давай, да не задохнись только в процессе, ладно, мальчуган? Черт возьми. Надо, видимо, один раз надо просто... А, что-то горело дальше, я бы не мог понять, думал, что такое-то творится. Но, видимо, тут как раз-таки прикол в том, чтобы нажать один раз на кнопку и... Да вылезть-то уже и... Да нет же, ну... Вылезай, вылезай. Тим Бёртон стал, кстати, активнее что-то кинцо-то снимать. Что примечательно. О, не, она опускается, нормально, все гуд. Все хорошо. Так, она опустилась, вот хрен знает, что поменялось, сейчас может дверь открылась, там звуки были какие-то механические, наверное, дверь открылась. Нет, не проходит, хорошо, нам не пройти.
Может мы пере... Нет, нет, ты действуй обратно. Ну, почан, ну, ну что тут как не надо? Тупой, куда он? ДЦП. Нет. Нам нужно как-то перебраться на другую сторону, ребят, потому что здесь ил, здесь вот мы никуда не уйдем. Значит, нам нужно опять нажать на кнопку и перегнать подлодку на другую сторону. Ладно, без проблем. Не, на самом деле геморрой, но что поделать? Что поделать? Ладно, подлодку перегнали, осталось снова нажать на кнопку и посмотреть, что изменится. Кстати, прикольно, лампа отражается, прикольно. Как-то вот, не знаю, не идентично, конечно, но прикольно. Походу, мой план сработал, ребят. Видите, кто молодец? Кто? Нет, нет, ты не молодец. Ты сиди в подлодке дальше и кушай шаурму. Все, пошли. Я чувствую, придется, ребят. Придется перепрыгивать, как в прошлый раз. Так это хз получится ли? О, черт возьми, а получилось. Уровень воды нам уже, конечно, не поднять, но, ну, наверное, и не нужно. Старый трюк. Ой-ой! Водная баба! Выследим ее, выследим. Надо ее затравить. Давай, вперед! Вперед! Это, может быть, это Альма? Может быть, это девочка из звонка? Ладно, она куда-то уплыла. Она за мной, походу, идет. Уйди! Что-то она меня сожрала. А я-то думал, ее загнать куда-то надо. Видимо, загонять-то ее никуда не нужно. Нужно отбиваться от нее. Как бы она свет не любит. Давай. Медленно. Нет, 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 нет. Фокус, блядь. Извините за мою выразительность. Но... Блин, она опять, опять это сделала. В прошлый раз было, кстати, лучше. Надо, надо не дать ей расслабиться. Понимаете, вот в чем прикол. Поэтому я не могу плыть. Стоять! Шаг назад! Шаг назад! Шаг назад! Шаг назад! Шаг назад! Противная тварь! Я вначале подумал, блин, круто, тут русалка. А потом такой, нет. Прочь! Мразь! Ларину плыви. Это сестра Ларина, блин. Плыви, плыви обратно. Нет, сестра Ларина не мразь, конечно, я видел просто у нее интервью недавно у нее брал. Так странно брать интервью о своем канале у сестры. Я мог взять у своего брата интервью о моем канале, он скажет, что мой канал дресня. Наверное. И сказал бы, что он ничего не понимает в этом. Не, ну это было правда. Не-не-не! Плохо-плохо-плохо. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Я не очень понимаю, правда, куда ты хочешь, чтобы я прошел. Я думаю, эту тварь нужно загнать. Ребята, загнать. Давай, давай. Я знаю, ты хочешь уйти отсюда. Оказаться по другую сторону. Давай, уплывай, назад, назад, назад. Я знаю, тебе нравится там. Да! Все, отвязались. Так вот, теперь куда, я не знаю, но ну, исследуем место. Тут прям как тупик какой-то. А, кстати, вот, выход-то есть. Просто если бы мы его таранили, потому что тут надо вверх направиться, мы бы явно не вышли. Мы бы явно в живых-то не остались. Я не знаю... Почему эту водную бабу нельзя было тарать? Я... Хотя да, по чьей-то причине уклониться может, в отличие от моей неповоротливой лодки. Здесь она вряд ли нападет, считай, уже суша. Ребята, сушите вёдра. О, блин, начинается трейлер и новая игра от Кодзимы, ребят. Пляж, ребенок. Мне кажется, это пролог к трейлеру Кодзимы.
Ну, знаете, в каждой игре бы выпускали какую-нибудь демку, как непонятную, в которой будет куча загадок. Это было бы круто. Вот как к 5 выпускали, как вот Resident Evil 7 выпускали такую вот демку. Мне бы хотелось что-то еще такое. Хоть побольше таких игр. Потому что это реально круто. Ну-ка. Давай, это дивный новый мир! Лучше мы оставались в старом загаженном. Мужик! Ты же не убьешь меня, мужик! Я тебя выпущу! Помоги! Нет, походу он дегенерат. Ну ладно, пойдем отсюда. Дегенерат должен там сидеть в клетке. Ну ладно, мы выбрались, это хорошо. Это хорошо, правда, мы давно не находились. Я думаю, я явно упустил несколько этих сфер. Я явно упустил несколько этих сфер, ребят. Я явно где-то немножечко намошнил, но я думаю, ничего страшного. Что-то странные звуки. Слышите, пульсация какая-то. Очень странные звуки. Не могу понять, а что... Я и даже не вижу, что это, честно говоря. Не могу понять. Ладно, пойдем вперед. Я не понимаю, что это. Может, оно выключено? Скорее всего, кстати. Что означает У? Что означает буква У? Так, здесь... А, постой, мы... Да. 19. Так вот, хз, к чему это? Может, можем как-то переключить? Мы спускаемся вниз. Я просто хотел проверить, что делает переключатель. Что ж, я проверил. Довольно успешно, честно говоря. Сейчас посмотрим, где мы оказались. Опять же, на пляже. Столько проходов, но при этом я ни один не проверил. Наверное, плохой человек. Просто я чувствую, что здесь очень большая какая-то загадка, но я еще до нее не добрался. У меня есть такое стойкое чувство. Что, типа, здесь есть боль, здесь есть что-то еще, но я еще не открыл это. Потому что столько... Я не знаю, просто столько всего, что... Как бы... Первое ощущение такое, типа... Постойте. Блин, это работяги, надеюсь, они пьяные. Но если меня не запалят, блин, они явно пьяные, и явно меня не запалят. Просто в предыдущих локациях все... Блин. Это лампа. Все было как-то к делу, понимаете? Там каждая деталь, она имела значение. А здесь получается, что многие детали пока что смысла особого не имеют. Так, всплывай быстрее. То есть получается, что мы сейчас идем вперед, но при этом как бы смысл происходящего я не очень не улавливаю. И не пользуюсь всем этим возможным. Может, это как, вот как раз-таки есть поиск той самой сферы и способ ее достать, но... Предыдущие две сферы были простыми. А здесь, может, мы сейчас назад... Ну, мы, наверное, сейчас назад развернемся. Я вот такое чувство. Такое у меня чувство, что мы сейчас развернемся. Нет, тут ничего нет. Давай раскачивайся. Это дивный новый мир! Лучше старых двух, черт возьми. У меня почти получилось. Осталось лишь немного, и мы сможем. Может, еще один, а? Может, еще один прыжок. Давай. Заберемся дальше. Обычно на краю веревки, как, кстати, эффективнее висеть. Я читал, кстати, сегодня новости о дополнении к Uncharted. Мне эти веревки что-то напомнили об Uncharted, что дополнение к Uncharted. Но оно как дополнение к The Last of Us будет делаться долго, но при этом будет мега крутым. Ну, как обычно, в принципе. Naughty Dog, они не эксперты по созданию DLC, но клепать их умеют. DLC Left Behind для The Last of Us или оставленный позади, если на русском. Оно даже награду собрало, а для DLC, сами понимаете. Ну, опять же, не будем сравнивать с Ведьмаком, конечно, но, блин, работяжки-то тут. Тут сидят, главное их воду не случайно не скинуть. Черт возьми. О, они идут за мной, офигеть. Я думаю, нам нужно достать того мужика. Ребята, за мной. Я думаю, этот шлем, он привязан. Они прыгать что-то не могут. И, то есть, и он как бы привязан, а этот провод, он не просто так.
ребят, да. Ну, все норм, походу. Я думаю, я могу на одного из них запрыгнуть. А я могу их тащить как-то? Нет, тащить тоже не могу. Тут какой-то обелиск странный. Боже мой, куда я попал? Надо кого-то из них попытаться затащить на лестницу. Вот оно, потому что я-то прыгаю не так высоко. Нет? Не, ребят, вы не поможете? Печально. Значит, нужно где-то найти... Нужно что-то подогнать или подтащить сюда. Я думаю, с помощью ребят мы сможем такое учинить. Ребята, вы со мной не поплаваете? Нет? Вы не любите воду? Не любят. Печально. Я тоже небольшой любитель воды, но... Она довольно полезна. Честно. Честно, вода полезна. Так, здесь вроде ничего нет такого. Ни лестницы, ни мирила. Сейчас надо будет, наверное, еще раз вниз спуститься, потому что у нас есть вроде как шлем, но при этом я не очень много чего могу сделать. К сожалению, с этим шлемом. Может, надо было что-то столкнуть вниз, а я это провафлил. Вполне, кстати, возможно, что я просто провафлил. Что ж, пока я как-то не уверен, что нам делать. Вроде шлем взяли, но дальше что делать, я пока очень сильно не уверен. Нам нужно как-то вернуться назад, но как там вагонетка вроде наверху, но как до нее добраться, опять же, это тайный стайн. Что ж, ребят, спасибо за просмотр, можете поставить лайк, подписаться на канал, если вы новичок, а также сделать репостик в ВК. Спасибо за просмотр, пока, ребята, скоро увидимся, серия жирная такая большая была. Но я не знаю, как далеко мы прошли, может быть, не очень далеко. В любом случае, потом в следующей серии я уже буду знать решение, посмотрю, как там решается эта головоломка, думаю, что довольно просто. Пока, ребят, и до следующей серии.